сегодня заканчивается эпоха. Эпоха приколов, подколов и попытки братского отжима одной игры у нашего брата Евгена. Я прям чувствую, как Алекс из Украины вместе со своей прекрасной татей сейчас улыбается. Ребятушки, вам привет отдельный. Вот. Грустно, конечно, что могу сказать. С одной стороны, грустно, с другой стороны, ну, мы сейчас эту тему закроем. Ну, там у брата Евгена еще один гамик есть, который надо попробовать отжать тоже. Вот, это будет совсем другая история. Вот, а сегодня у нас две посылочки. Одна с Италии, помог мне с этой посылочки Антон. Братуха, привет, приветствую тебя и огромное спасибо еще раз. И вторая посылка из саратовской геймзоны, которая, ну, не просто геймзона, там какие-то там такие позиции, которые, ну, в геймзонах не продаются. Вот. И, ну, чтобы вот как бы на двух посылках как бы не зацикливаться, да, ну, чтобы там побольше всего было, я вам покажу еще то, что я по Сургуту тут находил. Моменты всякие, там, по PS3. Некоторые моменты сеты закрывают, еще что-то. Ну, в общем, короче, нормально все будет у нас сегодня. На улице у меня просто минус 30, все замерзло. Тихо-тихо еду. В общем, короче, будет по кайфу. Будет по кайфу по-любому. Присаживайтесь, поэтому пристегивайтесь. Я не пристегнут, потому что, блядь, потому что не хочу. Вот. Но вы пристегивайтесь, потому что будет люто. Люто-люто. В общем, чай, кофе, какао. Давайте сейчас газуем. Так, братцы, всем добра. Аникисан снова вещает из машины. И сейчас быстро-быстро давайте я покажу, потому что я не успел, на последний день. Надо все успеть этот ролик доснять, еще один снять. И, короче, собраться, еще уехать. Давайте сейчас быстренько покажу игры на PS3. Без углублений, там быстро-быстро, просто что я тут по Сургуту нашел. Вот, и перейдем к двум важным посылочкам, которые просто супер. Так, давайте по-быстрому, значит, по Сургуту, значит, еще нашел по PS3, без подробностей. Значит, The Last of Us, английская версия, без русского языка, английский шрифт, номера отличаются от русской версии. Спасибо Лехе из Медиахауса, братуха, привет, знаю, что смотришь от души. И еще раз от души тебе вот за это, UFC, все, закрыл сет, короче, по UFC, последняя дичь была. Ну, как бы, он просто забрал, ну, братуха отдал мне, говорит, забери. Все, от души, братуха, от души. Все, дальше. У него же, у Лехи в Медиахаусе брал вот эту вот штуку, Create. Это, я не знаю, это от Electronic Arts, типа что-то, как его, грезы на минималках, да, вот это вот на PS4, которая есть. Не юзал, не знаю, короче, вот такая вот херня. Геймплей вставлять не буду, быстро-быстро идем. Короче, вот все, забрал все, братуха, вот. Скажи нашим этим югорчанам что-нибудь. Нормально, пускай всем приезжают. Привет. Приезжайте. Да, приезжайте. Это Леха, мой братуха. Чем можем, тем поможем. Медиахаус. Да. Адрес какой здесь был? Профсоюзов 21/1. Профсоюз 21/1. Город Сургут. Кто из ХМАО, все сюда по-любому. А я погнал. Пока-пока. Да. Давай, я тоже погнал. До новых встреч. Давай, иди обниму тебя. Все. Все, пока. Все. Так, Limited Edition Need for Speed Shift, Unleashed, извиняюсь, 2. Весь Need for Speed у меня закрытый, тупо Limited Edition, поэтому и как бы забрал для, ну, это самое. Ой, еще у своих близких в магазине на Пушкинской, второму Лехе и Стасу тоже привет. Получилось вырубить вот такую вот херню, Alone in the Dark. В Пале очень долго искал, не мог найти, не то чтобы она прямо, ну, дорогая, редкая, но в последнее время, ну, в Пале не могу найти, всегда попадаются или царапанные, или ушатанные, или, короче, американки. Американка у меня есть, Пала не было, все там по фулсету на букву A на PS3 остаются мне там по пару игр, короче, весь A будет закрытый. Я тут заехал в свой любимый магазинчик, и, короче, братуха вот достал такую сумку, говорит, тебе понравится, посмотри, бля, вы сейчас охренеете, чуваки, что тут вообще сумки в этой... Мафия коллекционка, бля. Tomb Raider коллекционка. Final Fantasy. Это мое, я это забираю, наконец-то. Так, дальше тоже в Медиахаусе брал, у братухи Лехи тоже Fallout 3 Game of the Year Edition.
У меня первый Fallout, ну, Fallout 3, первая часть. Первый раз, короче, я покупал почти на старте. 2008-2009 год это был. 2008-2007, короче, коллекционки. Вот, естественно, у меня есть Fallout 3 русская версия. А это чисто вот на полочку с ними рядом, чтобы там, ну, Gotti Edition, короче. Русского языка, естественно, нету. Так, Индиана Джонс Лего. Вот у меня вторая часть была, первая не была. Вот еще одно Лего по кайфу. Ай, наконец-то нашел тоже. Это, короче, все в двух магазинах получается. Тут по пацанов на Пушкинской, на Сургуте, кто знает, ну, не знают. И в Медиахаусе. Я там в Инстаграме все время там сторис сделал, вы видели, наверное. Да, если не видели, потому значит, вы не подписаны на Инстаграм. Если вы не подписаны на Инстаграм, много всего теряете, поэтому подписывайтесь по ссылочке в описании. Видите, как я быстро базарю, потому что я опаздываю, блядь. Никогда я не успеваю, мне с утра улетать уже, а я тут, короче, вам видосики снимаю. В общем, блин, невероятный Халк. В Пале тоже вообще по красоте. В Пале не было, было в Америке. Америка у меня стоит отдельно, полка, поэтому в Пал, когда стоит, ну, по алфавиту у меня не было. Очень хотел, очень искал. Довольно-таки нечастая вещь, особенно в последнее время. По кайфу. И тупо тоже, как и с Fallout, короче, я Бэтмена Arkham Asylum я покупал на старте. Тоже какой-то был 7-8 год, тоже у меня коллекционка, в коллекционочке там такая картонная книжка, короче, там со всеми такой бокс. Естественно, Готи у меня есть, там еще все Бэтмены, это тупо взял, короче, обычно Бэтмен, все, чтобы на полочке по алфавиту все ровненько было. Вот, это были некоторые вещи, которые мы поместили в эту коробку, чтобы показать вам, что я нашел в Сургуте. А теперь будет по ссылочке, ребятушки. Поэтому, ай, что сейчас будет, вообще огонь. Так, погнали. Из Саратова посылочка. Из саратовского геймзона, короче. Помог мне, короче, с этой посылочкой Саня. Подписчик и зритель канала. Саня, привет, братух, спасибо. Спасибо за суету. В общем, он, короче, пошел туда, в магазинчик, и там фотки, видео, там в инсте мы общаемся, туда сюда скинул, говорит, братуха, посмотри, что надо. А я посмотрел, а мне что-то и надо, конечно же. Вот, поэтому отдельно хочу поблагодарить саратовский геймзон и начальство. Там, пацаны, всем спасибо за скачуху, за понимание, за красивый подход от души. Ссылочка на инстаграм, на их, опять же, будет в описании. Это не реклама в целях, а чисто, ну, душевный порыв от души. Вот, и смотрите, что я там взял в саратовском. Четыре игры. Из саратовской геймзоны, которые в других геймзонах по-любому не продаются, потому что это лютая японщина, кайфовая японщина, необходимая японщина. Черт побери, смотрите, на PS3 Сенгоку Басара 3 Утэйч, как это называется. В общем, вообще огонь. Сенгоку Басара, первый, второй у меня на PS. Ой, короче, первый, второй HD. Брат Артур из Кореи нам подгонял. Помните, да, вот грандиозную разбаговочку. Есть третья, есть четвертая. Это третья UTH какое-то дополнительное. Походу еще есть. А, четвертую тоже находили дополнительными этими бонусами, по-моему, да? Да, стопудово. И, короче, остается еще одно ответвление по Сенгоку Басара. И сет по PS3 по-любому будет закрыт. Вот, но это не все. Это было на PS3. Еще в этом же геймзоне. Посмотрите, что я нашел. Черт побери. Вообще, как они там оказались. Сенгоку Басара 1 и 2. Оригинальный на PS2. Черт побери, ребятушки. Смотрите. Огонь в полных комплектах. Все по красоте. Просто чики-чики. Ой, геймплей я уже страдать не буду. Сенгоку Басара там мусо стиль. Сами знаете, смотрите, какая красота. Вообще, просто огнище, блин. Пацанам из геймзоны Саратова огромное спасибо вот эту красоту. И это еще не все. Самый фетиш, самый кайф, самый секс и самый оргазм. Это, ребятушки, Sega Ages 2500. Серия Sega Ages, это, короче, эксклюзивная японская серия, на которой выходили все переиздания культовых сеговских игр. Именно на таком диске выходил аркадный Golden Axe, которые, ну, стоят очень дорого сейчас. Вообще, типа, эти диски, они не дешевые, эта серия вообще. Тут полный комплект, карточка, смотрите, мануальчик, все дела. Просто пушка. Это моя первая игра из серии Sega Ages 2500. Там у братухи, у Димана в Москве, по-моему, лежит еще Feast on the North Star, если он еще не скинул ее. Он уже года полтора лежит у него, ждет меня, по идее. Ну, наверное, продал, но ничего страшного. В общем, Sega Ages
очень крутая серия, эксклюзивная японская, на PS2, где перевыпускались все культовые франшизы аркадных Sega тайтлов. Бомба! Саратовскому геймзону огромное спасибо, Сане огромное спасибо за суету, за помощь. А теперь вот самая сексотная часть нашей передачи. Ау! Те, кто подписан на мой инстаграм, а кто не подписан, срочно подписывайтесь по ссылочке в описании, потому что если вы не подписаны, вы очень много всего теряете, всяких приколов, монголов, вообще кайфушек. Вот, да и вообще мои внимательные зрители знают, как я на протяжении там последних 1,5-2 лет пытался у брата Евгена отжать одну игру из серии Ательер. Ательерку серию я очень люблю, хотя непосредственно ни одну часть из них я не проходил, но собрать для меня это вообще very нечто. И, короче, там у брата Евгена было Ательер Аиши, который мне не хватает. Вот, у меня вот есть вот эти, да, и там не хватало мне Аиши для основного полного сета, как бы, не полного, но основного сета. И, короче, на протяжении многих-многих времен мы там подкалывали друг друга, прикалывались, улыбались, кайфовали по-братски все. Передаю привет. Жене. И это все видели наши зрители. Кто-то это, блин, вообще ржал, от души улыбался и передавал этот позитив в обраточку, что мы тоже принимали и давали тоже в обраточку. Короче, эмоции наши все. И, короче, Антон тоже подписчик и зритель канала. Братуха, привет тебе. Огромное спасибо отдельно еще раз за то, что ты для меня сделал. Пишет мне в инстаграме, у Антона, кстати, есть канал, и на ютубе тоже ссылочку оставлю, там он немножко не поигровой, но там попса, не попса, там 90-е, вот музыка по музыке, обязательно зайдите посмотрите, если вам интересна эта тема, поддержите братуху. Вот, и, короче, пишет Антон мне, короче, в инстаграме, говорит, братан, говорит, это, я, говорит, сейчас в Италии посылку собираю, и там, короче, маза есть такая, давай мы тебя зацепим то, что ты ищешь, скидывает ссылочку. Черт побери, чтобы вы понимали, там Ательер Аиша, наконец-то, в силде, Аишечка, ребятушки, за что-то 18 или 20 евро, короче, обошлась, и говорит, все, там, без проблем, там денег не надо, я тебе закажу, приедут, потом, если что, отдашь копеечку. Я такой, братуха, говорю, если такой кипиш, говорю, идет с Италии, может, там есть и следующая позиция, может, посмотришь, и Антон, братуха, находит следующую позицию, и это, ребятушки, Ательер Ророна Плюс. Здесь просто Ательер Ророна, а это Ательер Ророна Плюс. Тоже в силде, Factory Sealed. Сразу по красоте, по лютейшей. Я, короче, основную серию, всю серию Ательеров мы закрываем. Ну, закрываем не по красоте, закрываем, ну, по сути. По факту нужно еще, как бы, 3 в 1. То, что там был еще один сборник. 3 Ательерки в одном диске. Самый дорогой, самый редкий. Но это уже на следующий год. По-любому найдется, я знаю, братья мне помогают, всем спасибо огромное. Так вот, блин, 2 силушечки, ребятушки, там по 20 евро они что-то обошлись, просто от души Антону, брат мой, спасибо большое. Безгранично благодарен за эти кайфушки. Эпоха отжима Аиши у брата Евгена закончилась, но у брата Евгена еще Dragon Boss, которого у меня нету. Будем отжимать. Вот, это было бы безгранично кайфово и вообще просто экстазно, но помимо этого Антон мне написал, говорит, братуха, говорит, я тебе там это кое-что в подарок еще положил, чтобы вы понимали, ну как бы я коробку открывал, вот эти я просто не выдержал, я хотел их посмотреть, фоткнул, короче, и это Евгену отправил, говорю, брат, все, можешь спать спокойно, а еще я тебя больше не отжимаю. И вот в коробочке была вот еще одна такая штука. Я вот так ее взял, это подарок от Атона. Я вот взял в руках, его подержал, повертел. Я ее не открывал, я сам не знаю, что это. Я вижу тут что-то с Пикачу, по-моему, да, Пикачу тут. Давайте, короче, это мы сейчас вместе с вами откроем. Подарок от Антона. Я в любом случае, это что-то крутое однозначно, потому что, ну черт побери, что это может быть? Антоха, если это будет консоль, я, братан, у меня мотор остановится, блин, это будет нечто. Ну, даже если не консоль, это какая-то, наверное, коллекционочка, я так понимаю, или еще что-то. Ну, что мы базарим, да, давайте посмотрим, распакуем этот прекрасный подарок от Антона, который меня просто очень удивил, брат мой, это не нужно было, как бы, ну, не было необходимости, точнее, но раз уж ты захотел.
хотел такое сделать. Вау! Да ну нахер! Прикинь! Ёлки-палки, вы посмотрите, что это такое. У меня есть, короче, на ДС там, там чуть ли не модем, там есть что-то камера на него, там, там у меня много всяких фишечек есть для Nintendo DS. Бля, это клавиатура. Это клавиатура с игрой Pokemon Adventure. Try. Тут, короче, по-итальянски написано. Короче, Pokemon Adventure, я так понимаю. Вот это пушка, брат. Вот это ничего себе подарок. Я такой... Блин, ты даже это понял. Смотри, она новая, прикинь. Вай! Что это такое? Блин, ребятушки, давайте я не буду это открывать. Я сделаю фоточку в Инстаграм. В Инстаграм по ссылочке в описании обязательно закидывайтесь. Блин, что за космос, брат? Блин, вот это пушка. Смотри сюда. Бля, спасибо, Антох, братуха, спасибо огромное. Спасибо, пацаны. Сань, тебе тоже спасибо, саратовскому геймзону тоже спасибо. Ну, за такой подарок, брат мой, еще раз отдельный низкий поклон, респект тебе. Это просто пулемет, ребята. Вот, короче, вообще, ай-яй-яй. Короче, все, ладно, времени нету, я убежал, мне надо все это вещи отвезти в склад, в сургутский склад. У меня тут тоже теперь склад есть, короче. Гамики остаются на перезимовку. Вот я оттуда еще один маленький быстренький ролик сделаю, но это вы посмотрите уже в новом году. Еще раз огромное спасибо, все ссылочки в описании, Инстаграм по-любому, не игнорьте Инстаграм, не игнорьте Инстаграм, там сторизы каждый день, там движуха, веселуха, вы много всего теряете. И там все у нас по красоте. На Антона ссылочку тоже там, на магазин Саратовский геймзона в Инстаграме тоже ссылочка будет в описании. Всем спасибо, всех обнял-поднял, я побежал, хоп.